19 марта отраслевая организация Euroclub провела форум, посвященный ситуации на рынке жилой недвижимости Украины. Одним из главных вопросов форума стало развитие инфраструктуры жилого объекта. Строительство инфраструктуры необходимо, в него нужно укладывать деньги, хотя мы все понимаем, как это сложно строителям, но это потом дает отдачу. Инфраструктура – это не обременение сегодня, вот, а возможно, это просто необходимость для успешной реализации комплекса и достижения той цены продаж, которую ставит себе девелопер. А будет она коммерчески успешной, но это уже называется как повезет. Если он правильно спрогнозировал потребности своих покупателей, значит ему повезет, значит придут и операторы туда. Вот, а если он неправильно спрогнозировал и только ориентировался на какие-то там свои ощущения, мне это надо, наверное, поэтому я это и поставлю себе в комплекс, ну тогда уж действительно тут как повезет. Также спикеры форума обсудили существующие законодательные нормы, в рамках которых девелоперам приходится реализовывать инфраструктуру жилых объектов. В настоящий момент у нас существует норма 4% в денежном выражении без каких-либо квартир, современное правило. Мы должны передать денежное выражение для социоэкономразвития населенного пункта. 10% от коммерческих площадей, которые состоят в составе этих жилых комплексов. Если наши затраты на всю эту инфраструктуру превышают эти нормы, нам теоретически государство, местные органы самоуправления должны компенсировать эти затраты. Но это фантастика, мы ее сразу отбрасываем. Поэтому все строители, девелоперы стараются вот попасть именно в те нормы и не превысить их, как бы это реалии сегодняшнего дня.